Более 20 лет здание на Нововокзальной 213 использовалось не по назначению. Здесь располагались и центр занятости, и педагогический университет, и городской центр развития образования. Несколько лет назад по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было принято решение вернуть здание для детского сада. Теперь здесь разместились ясельные и дошкольные группы на 240 мест. Нам очень приятно, что в канун Нового года администрация города Самары, правительство региона, весь огромный коллектив педагогов, Центр развития образования этого детского сада подарили детям и их родителям такой замечательный подарок. Национальный проект, который так четко и жестко контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. И то, ради чего, в общем-то, мы все и работаем. Для того, чтобы были новые детские сады, чтобы появлялись новые школы, чтобы появлялись новые дороги, чтобы город благоустраивался. И в канун Нового года я тоже хочу пожелать прежде всего счастья, здоровья, добра, мира и любви. Чтобы в этом детском саду все дети были любимы, долгожданны, чтобы они знакомились с новыми друзьями, получали свое развитие. В дошкольном учреждении сделали капитальный ремонт. За 4 месяца здесь обновили фасад и кровлю, сделали ремонт внутри здания. Во дворе детского сада установили спортплощадку и игровые зоны. Теперь в детском саду созданы все условия для развития ребят. Комнаты оснащены музыкальными инструментами, мультимедийным оборудованием, конструкторами и сухими бассейнами. Жители промышленного района Самары признаются, этого события они ждали долго. Живем мы напротив, в принципе, и очень ждали открытия этого детского сада. Вот сын счастлив. Серьезно, словами с плачем уводим его отсюда, ему очень нравится. Конечно, здесь будут реализовываться программы дошкольного образования в первую очередь, ну и, конечно, дополнительное образование. Сегодня мы все видели, конечно, это и современный технопарк, и сенсорная комната, и фитнес-зал, и другие образовательные программы, которые помогут нашим детям получить достойное дошкольное образование. В этом году в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России, и областных программ открылись 17 новых детских садов. Более 3000 детей теперь смогут получать дошкольное образование в современных условиях. Мария Ильчан, Максим Гусев, «События».